Привет, друзья! С вами Сыромятников. Наверное, у вас куча вопросов. Почему так долго на связь не выходил? Вот. Чем занимаюсь вообще? Как дела? Работаю ли в такси? Про Веру часто спрашивают в комментариях. В последнее время перестал отвечать активно. Ну, давайте по порядку. Во-первых, с Верой все нормально. Ездим мы тут. В Казань ездили. Подбираем лекарства, чтобы приступы убрать. В общем, потихонечку. Состояние немножко улучшается, конечно. Ну, так в целом, без сильных изменений. Все как бы стабильно, но по чуть-чуть, я думаю, есть улучшение. По поводу такси. Работал, да, зимой работал такси. Не так, что прям плотно, но, можно сказать, подрабатывал. Вот, почему долго не появлялся? Творческий отпуск у меня был. Вот. Не знаю, ничего не хотелось снимать, говорить. Я и этот ролик, если честно, хотел немножко по-другому записать. Но, как обычно, жизнь носит свои коррективы. Вот. На самом деле, я для вас приготовил большой сюрприз. Сейчас я планирую начать снова ролики снимать. Как бы, может быть, не очень часто, но, по крайней мере, они должны быть очень интересные. По крайней мере, для меня и содержательные. Нахожусь я, в общем, в Нижнем Новгороде. Под Нижним Новгородом, недалеко, 15 километров до города. Село. Я здесь планирую строить дом. Сейчас я как раз на участке, ночью приехал, поэтому не выспался. Могу немножко, как бы это... Речь у меня может быть немножко не связанная, потому что поспал всего часов 5, и то в машине, как бы. На улице очень холодно, ветрено. Я вообще думал запилить немного другой ролик, но я не могу даже из машины выйти. Буквально 5 минут я замерзаю, что не взял с собой зимние вещи. Все, что было, на себя уже одел. В общем, не планировал, что пойдет все так, но вот... Уже так как пошло. Давайте я вам покажу, о чем вообще речь. Вот мой участок. Буквально только что приезжал геодезист. Это левый участок. У соседей уже свет стоит. Вон точка. Раз, два и три колышек забит. Участок 10 соток. В отличном месте. Новая нарезка. Это как бы не коттеджный поселок, но вот строятся здесь неплохие домики. Здесь уже садик есть. Справа ферма у меня. Какая-то. Такие вот дороги здесь. После Шиндериал. Просто нереально. После Мориэл. Приехал с прицепом. Буквально вот с утра был геодезист у меня здесь. Надеюсь, вам слышно. Вещи, спальные принадлежности, инструменты. Немного досок с собой взял. Ну и газовый баллон готовить, еду, в общем. Все-все-все, палатка. На улице разговаривать невозможно, ветрище. Вот так вот строим дом. Новый проект, новая жизнь, новый этап жизни. Дом хочу сделать 100 квадратов. В общем, дом своей мечты я планирую здесь построить. Ну, давайте еще немножко об участке. Участок взяли в прошлом году, еще когда продали ту недвижимость в Краснодарском крае. И вот перевложили, так сказать, деньги сюда. Участки здесь, по моим меркам, очень недешевые, но... Оно того стоило. Место классное, здесь газифицировано все будет в дальнейшем. То есть план газификации тут есть. Первые линии уже, насколько я знаю, с газом. Дорога, асфальт, центральная улица. И вот хороший отсыпанный щебень сюда к домам. И в дальнейшем, я так понимаю, это тоже будет асфальтироваться. Я, правда, не знаю, за счет жильцов или за счет как бы муниципалитета. Но планируется асфальт. И даже если за свой счет, в принципе, оно того стоит сделать один раз. Скинуть какую-то сумму соседями, и будет классно. Круглогодичный подъезд по асфальту. Вот. Сейчас моя задача, во-первых, залить столбики, которые геодезист мне, ну, точки в углах залить, в общем, столбики, чтобы эти точки уже у меня не потерялись, чтобы больше деньги не платить. За вынос точек стоит это недешево, 1000 рублей одна точка. То есть сэкономил 1000, потому что соседи уже сделали вынос точек, мне не пришлось вот их выносить. Потом мне нужно сделать скважину. Здесь нет воды, света нет. Я купил генератор, чтобы здесь жить.
Что еще? Что еще? Сейчас хочу заказать куб леса, не обрезной доски, сделать туалет. Надо туалет обязательно сделать. Ни кустиков, ни деревьев. В общем, должно быть всегда. Стройка начинается с туалета, я об этом всегда говорил. Хотел полетать на коптере я, но погода нелетная, коптер куда-нибудь улетит, и я его потом не найду. Это слишком дорогое будет удовольствие, поэтому я дождусь хорошей погоды. Сегодня просто хочу ввести вас в курс дела, чтобы вы знали, что у меня все хорошо, у нашей семьи все классно. У нас новая, как бы так сказать, новый виток. Хотим построить дом своей мечты. Строить буду все сам, без всяких подрядных организаций, полностью от фундамента до кровли, внутренней отделки и инженерных систем. Все я буду делать своими ручками. Потому что я это уже сделал один раз, вот я сделаю второй раз, только намного круче. В разы круче и лучше, и больше дом будет. 100 квадратов, 3 спальни, просторная кухня-гостиная. В общем, вот такие вот мечты и планы. Ну, в этом году хотя бы коробку поднять. Программа минимум, программа максимум. Что-нибудь еще помимо коробки сделать. Септик, инженерку, отопление. Это было бы очень здорово. Ну, а в следующий год уже заняться внутренней отделкой. И гараж, не гараж, забор, все остальное. Вот такие планы, друзья. Я надеюсь, вас эта новость обрадовала. Мне очень интересно снимать про строительство своими руками. Это для меня как бы самое, наверное, интересное занятие в жизни. Когда ты что-то создаешь, и на твоих глазах с приложением твоих умственных физических усилий что-то возникает, типа коробки дома. Это же очень круто. Ничего более крутого, как бы, ну, в плане ну, такой вот деятельности, профессиональной и хобби я не испытывал. Поэтому я надеюсь, что вы останетесь со мной, поставите лайк этому видео, напишите свой комментарий, задавайте вопросы. Также обязательно подписывайтесь на мой телеграм, там я буду публиковать то, что не будет выходить здесь. Вот, например, цены на стройматериалы, какие-то технические решения, проект я туда буду скидывать. Ну, хотя бы эскизик, чертежик. То есть там я буду тоже полноценно вести блог. По крайней мере, я так планирую. Поэтому я буду рад тому, что аудитория будет там расти. Ссылка, естественно, на Телеграм в описании к этому видео. На сегодня у меня все. Дальше я буду снимать все поэтапно, рассказывать постепенно, делать красивые подсъемы, стараться сверху, с воздуха и вообще. Так что оставайтесь на связи и до новых встреч. Пока.